emeritus, Ebrarnoj Universitet, вот город Мошонмалер, Олбар, Венгрия, профессор, вот почетный доктор Белорусской Всероссийской Академии, почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Вот. У меня задача, вот, что руководить эту секцию. Вот. Международный эксперт вот, Мухаммед Бабусин, профессор университета Ильинис США, не знаю, что он здесь находится. Потому что мне сказали, что хотя бы 2 минуты, вот, пускай они представят себе тоже. Вот, тоже вот, Марек Шинберг, президент Европейской ассоциации наук и жизни, Польша. Не знаю, что он здесь. Вот, Дитрих Рудер, руководитель казахского немецкого аграрно-политического диалога Германия, тоже нет. Вот. И первое выступление, это так мой будет, вот тогда вот моя тема, две доклады, которые подготовлю, потому что это очень весьма важная тема, которая именно относится рост, роль альтернативных кармовых лекарственных растений вот, по сохранению плодородности почвы и сохранению биоразнообразия. Я всю жизнь вот, занимался альтернативных кармовых лекарственных растений, мало, так по-русски называется, мало распространенные растения. Они весьма важные, особенно в нынешние дни. Мы все хорошо знаем, что вот эти растения настолько важные не только как обеспечение стабильной вот, корма, именно биоразнообразие, которые вот, являются одновременно жизненной среды разных полезных обитателей, разных животных и другие. Вот. Попробую, не знаю.